их первый рубль. Свои первые деньги, именно те, которые заработал, выезжал собирать смородину. Кирилл Лебедев, начальник управления демографического развития в Кировской области. Собирал 2 ведра, платил за это, как сейчас помню, где-то порядка 10 тысяч рублей за ведро колхозу. Собирал сам, приезжал на остановку в Новосибирске на телецентр и продавал эту смородину всем желающим. Вот было одно конкурентное преимущество, а те, кто хотел ее купить, но шел без ведра или не мог донести, то есть я, естественно, доносил эту смородину до дома, чем, в общем, сильно раздражал рядом стоящих продавцов, поскольку они все были обставлены 7, 8, 9 ведрами, и никто такой дополнительной услуги, конечно, своим покупателям не предоставлял. Продавал я где-то ведро в 1,5 раза дороже, то есть... Как я тогда посчитал, если бы мне удалось поработать на сборе смородины там, ну, хотя бы месяц, я бы стал богаче своих родителей. Но, к сожалению, смородина столько не растет. В общем, через неделю я понял, что все, смородина кончилась. Первая зарплата, на которую там, я приобрел уже какие-то вещи для себя, это был заработок по факту работы проводником на железной дороге, когда был студентом. Все лето я отработал на поезде Новосибирск-Адлер. Там, правда, стоянка была кратковременная, а за это время нужно было успеть не только покупаться, но еще и прибрать в вагоне, застелить постель, белье, тем, чтобы пассажирам, которые пришли, ну, в общем, чтобы было не стыдно смотреть им в глаза. Получил хорошие деньги и помню, что купил себе наручные часы, ну и так оделся к будущему учебному студенческому году. Известные люди Кирова рассказывают о том, как они заработали свой первый рубль.